Привет! Что читаете? Сегодня дежурная по чтению я, Света Облязова. В 2019 году исполняется 210 лет со дня рождения великого русского классика Николая Гоголя. Его комедия «Ревизор» является одним из ярчайших образцов русской сатиры. По словам самого писателя, в этой комедии он решился собрать в одну кучу все дурное в России и за одним разом посмеяться над всем. История, в центре которой появление в уездном городе мнимого ревизора с секретным предписанием, сочетает в себе истинную гротеск и не сходит с театральных подмостков уже второй век. В том числе и с улиц со сцены Ульяновского драматического театра. А какое у вас любимое произведение у Гоголя? Делитесь в комментариях.